по четвергам старик приходит, учтивый от часовщика. И в доме все часы заводит неторопливая рука. Он на свои украдкой взглянет и переставит у стены. На стуле стоя ждать он станет, чтоб вышел полностью из них весь полдень. Весь полдень. И благополучно, окончив свой приятный труд, на место ставит стул беззвучно, и чуть ворча часы идут.